Всем привет, с вами Игорь. Сегодня хочу произвести сварочные работы, попробовать, как оно будет варить напрямую от панелей. 220 постоянка. Итак, что у меня есть для этого? У меня есть вот такая вот труба. Ну, снизу я подключил там массу, но это уже не масса получается, или плюс, или минус. Вот, там я просто к проводу примотал, ну, это два провода, вот эти вот, масса, электрод. Вот у меня электрод есть, сейчас попробуем, как оно будет варить, и будет ли оно вообще варить. Я, конечно, сомневаюсь, что оно будет варить, но попробовать давно хотел. Итак, такой вот у меня есть электродик. Сейчас попробуем. О, дуга. Дуга хорошо так зажигается. Сразу. Даже на ржавую трубу не надо ничего чиркать, ничего шкрябать там. Сразу зажигается, моментом. А? Даже перепрыгивает дуга, ничего себе, все. Вот, как бы показать, видно, наверное, да? Да. Ну ладно, сейчас попробуем варить, хватит играться. Так. О, такая дуга длинная, оттягивается. Что-то оно ничего не варит. От слова совсем. Ну какое-то такое. Немного. Какие-то сопляки наваривает. Металл. Металл даже холодный. Даже металл не нагревается. Короче, не годится. Не годится. 220. Попробуем еще. Ну, дуга красивезная. Ох и дуга такая, а. Красавица. Но толку с этой дуги нет. Наверное, маленький ток. Большое напряжение, но маленький ток. Может быть, даже и не страшно, что большое напряжение, но страшно, что маленький ток. Наверное, из-за этого оно и не варит. Ну, просто не хотел переподключать панели. Решил попробовать параллельно, потому что у меня последовательно включены. Там, как я подключал, у меня есть видео, 7 штук по... Не, две ветки по 7 штук. Это у меня выходит там, ну, примерно 220, 210, 200, может быть, и меньше даже напряжение там при нагрузке. А холостое там может быть и 230, 240. Ну, короче, вот такой вот отрицательный результат. Ну, отрицательный результат — это тоже результат. Зато я теперь знаю, что 220 постоянка, ничего не сваришь. Ладненько. Всем пока, до следующих видео.